После прямой линии с президентом цены на бензин взволновали и активистов Общероссийского народного фронта. Правительство уже приняло ряд мер – сниженные акцизы и повышенные экспортные пошлины. Теперь дело за общественностью, считают ОНФовцы. На территории региона они открыли горячую линию, на которой будут принимать звонки от людей, заметивших на заправках искусственное завышение цен на топливо. Собранные со всей страны аналогичные данные передадут в правительство РФ и Федеральную антимонопольную службу. Общественный мониторинг цен на топливо позволит получить информацию из первых рук, отразив реальную ситуацию на местах. Мониторинг планируют наладить и в районах. Цены нужно держать под контролем. Адрес заправки, как цена изменилась? То есть, если люди на одной и той же заправке заправляются там два раза в неделю, то видно, что вчера была цена одна, сегодня на 30% меньше. Я, например, лично вчера заметил, что вот на заправках большой сети, которая в области работает, на 30 копеек цены уменьшились от прошлой недели. Поэтому это хорошая, мне кажется, хорошая тенденция, и надеюсь, что она закрепится.